А кто играет-то? А вот что-то неизвестно. Есть почему-то камеры, но нету ников. Вот это транслейтер, божечки. Первый ламповый турнир у Спейсмана, да, я с ним был в финале. Конечно же, Лаки Фло. И парень берет нормального бро, Пола, моего персонажа, да. Нормального мужика, одного практически единственного оставшегося среди немногих, да. Классического персонажа. Да, просто теперь действительно классика. Ему надо вместо вот этих вот кожаночки вот этой американской, надо ему было просто костюм сделать двубортный какой-нибудь в стиле 90-х. Я думаю, вообще бы отлично посмотрелся. Вот. И тут у нас, конечно же, анимешная дичь. Вот, пожалуйста, два лагеря, два поколения, скорее всего, олдскульное и вот типа новое. Я знаю про транслейтера одно. Он любит скакать на месте. То есть он настолько оргазмирует от каждого раунда, что... Но он не может. Бросает он... в дрожь аж. Да, да. Он любит делать вот такие вот покачивания. Вот так, вперед-назад. То есть, ну это как бы тренинг тоже. Тренинг такой своего рода, да. Ну, так, что еще тут можно сказать? Ну, Лаки Хлой отличается по своей механике, в основном по низам и всякой рандомной дичью с бэктерна. В общем, очень сильный дамаг у нее, но, в принципе, она как бы лоу-тир считается. Наказуема она, конечно же, жестко. Да. Но... вот Вик Блэк первый этот игрок. Второй уже транслейтер, известный тебе. Только, похоже, перепутали местами. Если ты говоришь, транслейтер играет за Пола. Нет, транслейтер играет как раз за Хлой. Ну как ты уже все там сбрил, лайфбар. Как-то мы даже не успели очухаться. Да, Пол, уже все закончилось. Пол делает как бы вопрошающую ладошечку через ВС. Два. Да, вот он сделал вопрошающую, ничего не получилось. Танцулечки и все. Да, танцульки. Ну, в общем, все понятно. ДФ 1-1, да, если я не ошибаюсь, по-моему, да. Захватики, божечки, от захватика не ушли. Ну, все понятно, короче, все ясно. Можно делать, что хочешь, все. Все, транслейтер просто понял. Да, я думаю, он получил сигнал и сейчас начнет выполнять уже. Все, джанглы борются, все. Все, дедфиста нету, эндинга нету. Эй, посмотрите, а это Tekken 7, да? Вот как-то так. Сегодня ты рулишь. И сегодня же ты сливаешь, да, вот так вот, да. Подковыры. А, вот они, домашние штучки. Растанцовочка, брейкданс. Брейкданс и ДФ 1-1. Да, да, спамчик. Эх. Ой, все, демолюшина нет, все понятно. Это не мой фаворы, это не мой кумир. Ну да, в общем, транслейтер вроде как это самое. Доминирует. Да, доминирует. Опять ДФ 1-1, все понятно. Все как-то... О, вот это что-то новенькое. Вот да, такой дичь. Контрхит. Еще и КХ-шечка, да. Вот у нас там. Какой-то лаунчер опять был. ВС-очка, двоечка, по-моему, да. О, наконец-то. Комба. Пошла как Анушки. Ну-ка, давай-ка пальцо. Давай, я за него все-таки болею, давай. Ой-ой-ой-ой. Ну что, кто-то рейдж-драйв или арт? Ой-ой-ой, все понятно. Короче, игра идет на равность, кто кого перерандомит, да. Не, ну, пусяйку она круто приняла, рожать не будет целую неделю, да. Ой-ой-ой-ой. Божечки, КЦФ 3 плюс 4, блядь, такая нет. Что за удары, да, понеслись? Да, я уже даже забыл, что они в командной листе существуют. B1-2 не канает, в общем, армор не получился, в общем, все понятно. Крутение, верчение, ну, в общем, да. 1-2, по-моему. Нет. В равной борьбе, в равной. Да, просто в равной, да. Ну, вот, в общем, опять реванчик. Ой, как еще у Пола яйца не отмерзли на этой карте, в общем. Ну, ладно. Я продолжаю все-таки болеть за Вик Блэка. Все-таки это инородное создание какое-то, вот, не знаю. Певичка у Казуи на подпевках. Ну, в общем, пошло-поехало. О, ничего себе, таким армором перебить. То есть это выход какой-то через ВС. Просто я плохо знаю. Ну, дамачок льется через край. Через да, край. Дамаг пошел нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну куда же? Опа! Супер! Ай, блок! Не про канала, не-не-не-не-не. Транслитер бдит. Опять танцульки, да? Ух, Power Crash. Опять жесткая B1 плюс 2, хай, Power Crash. И опять вот эти у нас разводочки через бэк. Терн. Пошло. Ну нет, ну тут человек не знает ни матчапа, да. Ничего. Волнуется. Возможно, впервые играет. Вообще, да. Ну, вот с ноги. Вот с ноги это был правильный удар. Бейте всегда с ноги. Да. Рейдж драйв не про канал.
Это у нас куцепочка 1 плюс 2, опять растанцовочка, все там. Бедный волнуется, транслитер опять он скакивает. Что-то ему мешает, видимо. О чем-то он сидит. О чем-то он жестко сидит. Так, что у нас там получается? Опять на прыжечки. Ну вот не знает он последний финальный удар. Там вообще-то на самом деле можно и девице влезть. Просто сбить ее как бы флуатом. Но, в общем, да, опять у нас ножички, все. Транслитер понял, что здесь можно делать что-то. Последнее. Нет. Все понятно, короче, блядь. Ладно, пока у нас идут такие дешевые рандомные геймплеи. Да. Вот. Попозировал. Транслитер все же выдал. Боже, что это за рвань? Что это за пикселечки? Ой, да. Ты мать.